Ну и что, что у вас там много? Мы сейчас вам... вот так, супер-пупер, мясорубка! Столько сердечек высыпалось, круто! Всем привет, ребята! Продолжаем играть в игру «Приключенческий рассказ». Благодаря вашим лайкам, благодаря вашим комментариям, я понял, что эта игра вам понравилась. Ну а также я из ваших комментариев выбрал имя, которое больше всего нравится мне. И это имя Джек. Теперь нашего мальчика зовут Джек. Джек, куда же ты полетел? Так, наш Джек попал в грибной лес. В общем, ему нужно прыгать по этим мухоморам. Можно прыгать невысоко, можно высоко. Вот так вот. В общем, как на батутах. Юху, веселуха. Я бы тоже так хотел попрыгать по грибочкам в волшебной сказке какой-нибудь. Ну, думаю, вы тоже. О-о, это кто такие? Это какие-то злые мухоморы, в общем, злые грибы. Мы их будем бить. Они пускают какие-то пузыри ядовитые. Зачем они нам нужны? Так, а это наши старые знакомые. Желейки. Желейки получайте. Ай. Все-таки удалось им немножко нашего Джека ранить, но не беда. Так, что-то там внизу есть. Как же туда спуститься? Юху, ух ты, какие потайные здесь комнатки. Аккуратно, Джек, аккуратно, пожалуйста. Вон он, сундучок. Что в нем есть? 25 очков опыта. А, я совсем забыл сказать, ребят, я одел на Джека шлем, видите, новый. Уже не пиратский, а как у рыцаря. Это мы в прошлой серии подобрали. Ну и еще я увеличил у него удар мечом. Потому что этот шлем, он немножко его уменьшал, но увеличивал здоровье. Ну а я купил более высокий уровень удара мечом. Ну в общем, наш Джек стал еще сильнее, поэтому он с этими грибами может и магией справляться, и мечом. Получайте желейки. Ну что же вы тут все мешаете? О, и пень, наш старый друг. В общем, с каждым уровнем будут появляться какие-то новые монстрики. Эти монстрики здесь такие прикольные. Вроде бы и мешают нашему Джеку, но все равно какие-то такие милые. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Ух ты, вон он чемодан в самом верху, сундучок. Как же нам туда пробраться? Нужно вернуться и попрыгать по мухоморам. Раз, два. О, монетки еще. Прыжок как бы попасть, тяжеловато будет. Еху, ай, перелетели. Ну ничего, Джек, давай возвращайся. Сейчас мы прыгнем еще раз. Только в этот раз... Эй, куда ты спешишь, Джек? Надо же прицеливаться. Нужно несколько раз прыгнуть, посмотреть, куда ты прыгаешь. Опять спешишь, Джек. Джек. Что-то я сам с собой заговорил, ребят. Ладно, все, я стараюсь. Я сейчас буду прыгать очень хорошо. По-моему, у меня не получилось прыгнуть очень хорошо. Так, попытка номер 5. Ну, Джек, давай. Мы с тобой. Старайся, пожалуйста. Есть! Ура! У нас получилось наконец-таки. Так, теперь нам нужно пройти дальше. Нигде потайных комнат нету. Джек посмотрел. Прыгаем дальше. Все, конец. Внизу ничего нету. Ну, спустимся, давайте еще посмотрим. Вдруг там все-таки какой-нибудь сундучок на островке лежит. Нет, нету ничего. Возвращаемся и переходим на следующий этап. Оп, допрыгали. Так, второй этап третьего уровня. Так, нам подсказывают, что можно. Ай-яй-яй-яй, мы почти упали. Нет, мы точно упали. Чем нам подсказывает пользоваться паузой. Ну, будем иметь в виду. Ай-ай-ай-ай. Пенек, не садись на меня. Не ешь пирожок. Получай. Так, зелененькая магия, желейки. Получайте. Тыщ. Вот так вас. Будете знать, как с нашим Джеком связываться. Так, ты, желейка, пока спи, мы тебя трогать не будем. А сами по мухоморам попрыгаем вперед и вверх. Хи-ху, вернее, назад. Так, давай, Джек. Ну когда же ты уже научишься аккуратно прыгать? Раз, два, молодец. И три.
Ух ты, череп. Это что, босс какой-то здесь? О, ладно, сначала монетки соберем. О, и сундучок. Клево нашли. Тайничок. Так, ну ладно, пойдемте посмотрим, что там за череп, куда он нас ведет. Какой-то потайной уровень. С опасностями, наверное. Так, давай, Джек. Промахнулся. Еще раз. Джек, еще раз. Да что же такое? Не получается у меня, ребятки, что-то так быстро научиться прыгать аккуратненько по этим всяким мухоморчикам. Ну ничего, все приходит с опытом. Ить, ить. Клево, ты с одного мухоморчика почти на другой перепрыгнул. Так. И раз. И два. И три. Клево, переходим. Что там у нас дальше? Уровень 3А. Ух ты, одни мухоморчики, что ли? Попрыгаем, пособираем монетки. Ой, что там черное? Ух ты, это летучие мыши. Ай, Джек, не бойся, сразу спрыгиваешь. Ты же у нас смелый. Сейчас разберемся с этой летучей мышью. Так, ну-ка показывай, как ты у нас там сальто умеешь с мечом делать. Еху, вот так получай. Опять улетели вниз. Ну, так неинтересно. Вот она, летучая мышь. Сейчас мы ее закрутим. Давай, Джек, у тебя мало жизни, старайся. Молодец. Первая летучая мышь у нас вышла из боя. Так, две. Ух ты, одна даже побольше. Может быть, магию использовать? Джек, как думаешь? Нет, хочет Джек у нас вот так вот в мясорубку превратиться. В соковыжималку. Крутится быстро с мечом. Клево. Как черепашка-ниндзя. Да, вот тут дали мы магии сейчас. Бу-бу! Получай! Иди сюда, мы тебе сейчас... Ай, мы тебе сейчас упадем вниз. Вот, сердечко, спускаемся вниз, оно нам нужно, потому что у нас очень мало жизней. Так, а теперь попрыгали вверх, вот тут-то мы... Ага, еще одна летучая мышка. Получай, 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 получай. Вот тут-то мы и научимся прыгать аккуратненько, потому что здесь много грибов и летучих мышей. О, сердечко вниз, полетели за сердечком. Их, класс. Джек, ты восстановил практически полностью все жизни. И это круто. Так, еще выше можно прыгать. Получай, летучая мышь. Получай, супер сальто Джека. Супер оружие. Так, монетки взяли. Джек, нет, 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 не вниз. Сейчас будем заново, в общем, прыгать. Что-то мне кажется, наш Джек любит прыгать по этим грибочкам, и специально он падает вниз, чтобы потом еще попрыгать подольше. Джек, мы тебя раскусили, все, прекращай это дело, давай спрыгивай, и пойдем дальше проходить уровень. Юху! Класс, ты спрыгиваешь, очень клево. Так, и пошли дальше. Кстати, ребят, напишите в комментарии, кто из вас уже играл в эту игру и уже ее прошел. Какая она там, длинная или нет? Судя по тому, сколько уровней в меню, она очень длинная. И в нее идет, придется играть очень долго. В общем, жду от вас подсказочек. А пока получайте желейки. Получайте. Так, денежки взяли, желейк наказали. Нате, 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 нате. Ай, да что ж вы опять много жизни нашего Джека отняли. Ну, сердечко зато дали. О, там пенечек и желейка. Сейчас мы на вас сверху прыгнем, будете знать. Так, или нет? Джек захотел. Джек, ты тут уже был? Иди в другую сторону. Иху, получаю. Устроил Джек здесь мясорубку. Круто. Супер Джек. Так, прыжок вверх. Ить, промахнулся. Еще раз прыжок вверх. И... О, монетка, монетка, монетка. Спускаемся за монеткой. И опять прыжок. Джек, ты ж... Ну как же так? В самом конце уровня и упал. Теперь все заново. Хотя бы не сражаться с этими монстриками. Молодец, Джек, в этот раз быстро ты справился. Переходим на последний этап третьего уровня. Так, сразу вон они. Ай, жилички всякие сидят в деревьях зеленые. Так, жизни у нас мало, нужно быть предельно аккуратными.
Ух ты, восстановили все жизни. Ну, сейчас мы вам устроим. Ну-ка, давайте. Ну и что, что у вас там много? Мы сейчас вам... вот так, супер-пупер, мясорубка. Столько сердечек высыпалось. Круто. Все, мы опять с полными жизнями. Это очень классно. И, Желейка, не спи, здесь лучше отдай сердечко. Прикольно, там морковочка растет, еще какие-то редиска. Страна, конечно, мультяшная, интересная, очень красочная и веселая. И на деревьях сидят всякие эти мультяшки, которые уже нам надоели. Можно было бы еще морковку урвать, чтобы Джек нас быстрее рос. Так, открываем сундучок, 25 очков опыта, круто. Идем дальше. Прыжок. О, мухоморчики, здравствуйте. Получайте, получите, распишитесь. Ой-ой-ой, чуть не свалились мы с моста с этого. Ай, больно, больно, больно. Он осыпается, нужно с него скорее уходить. Желейка, получай. Сундучок. Ух ты, у Джека будет новая сабля в следующей серии. Круто. Круто, 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 получай. Так, монетки мы все взяли. О, кто-то внизу сидит в засаде, ждет нашего Джека. Котик, привет! Привет, котик. Сейчас мы справимся здесь с зеленью с одной. И прибежим к тебе. Ну все, да, мы прошли. Котик, иди ко мне. Ура, мы прошли третий уровень. В следующей серии смотрите продолжение. Пока-пока.